Здорово, народ, приветствую вас на канале Пародею Чил. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Я вайблю, если кто не понимает. У меня аж фолликулы вайбят сейчас. Кто-то выезжает. О, блядь, светит меня. Это не Саня был, это Делимобиль. Саня Продевич, он Делимобиль. А я смогу его снять так, чтобы Саня не заметил дверь? Нормально сейчас? Вот ты, Саня. Сань, тебе показалось. Саня, это моя, что ли? Санек. Мне такая очень нравится. Это мне? А она как, только ты можешь ездить на ней, да? Да, ссылка. Но если я пьяный буду, то можно фотку скинуть. Я готов взять оптом на несколько месяцев машину себе. А, ну, ты цену знаешь. Сколько? Сколько стоит? Это 30 тысяч в сутки. А, я не готов разговаривать с руководством. Ощущение, что за месяц ее купить можно. Заплатить, нет? Сколько это? Накопить и купить. Это ли миллион за месяц из 30 тысяч в день? Нет, там от одного 7 дней выше. Как тебе подарок? Хороший, это приклею и буду ходить. Это можно вот бронить. Нихуя себе. А это какого года семерка? 20-го. Блять, хорошая, аж. У меня аж. Затеребилось там. Тот цвет такой сумчатый. Черный матовый, только я хотел брать Range Rover. Он дешевле был. Ну это, бля. 21-го года. Мне интересно, может быть, руководство можно? Как называется? Аренда. Я нормально езжу. Давайте поработаем. Мне просто машину на время покататься. Езжу. Я буду везде говорить, что Moscow Dream Cars. Ты уже сказал, уже смысла нет у тебя брать рекламу. Ну, они видят лояльно, что я к ним хорошо отношусь, и может быть... Ребят, по-моему, можно Moscow Dream Cars написать «Дайте тачку корешу». Ну или не надо, потому что подумают, что я какой-то еблан. Свой чепчик видел? Да? Ну и что? Спасибо. Хорошего вам вечера, ребят. Счастливо. Счастливо. О, окна нет. Ёбаный рот. Это что за нахуй? Сразу воспоминания с этого, с Владика быть. X7, да. Ой, X5M-ионный. О, ну что это такое? Бля, это не машина, это мечта. Ёб твою. Мат, ёб твою мат. А это что, мат или ёб твою мат? Ну ладно, ты мне до моей малышки подбрось. В X7 же 7 мест должно быть. Там сзади есть еще... варианты 7-местные. А, это 5-местные, да? Еще одно, подожди, интересно. Как будто там сзади должны быть сиденья еще. Это слишком большой багажник. Блять, не видно, нихуя. Ест? А, в натуре есть. Сиденья дополнительные? Да. А как высунуть? Сбоку кнопка должна быть. О. Нихуя. Че за хуйня? А. Двигается? О. Ой, нихуя себе. Да ну нахуй. Ну ладно, задвигай, поехали. Что? Как она семиместная. Блять, люди. Почему у меня хуй болит? А? Че говоришь? О. Семиместная. Здорово. Для большой семьи. А проверим звук, давай здесь. Давай. Ставьте класс и подписывайтесь на канал. Пародевич Чил. Ютуб залагал? Ютуб мьюзик. Ну выключи, включи. О, блять, эти мажоры нахуй. С арендными машинами. Ёб твою мать. Еще потом поедет в Invasion, въебываются нахуй перед девчонкой. Клуб «Соль» и «Лед» всех клуб. Ну че, остановился-то, кадр? Там машина сзади. Я нога, прикинь, не влазит между педалью газа и тормоза. В смысле? Когда нажимаю газ, цепляюсь тормоза. А, реально? А, ну с тобой система, и тут хуй промажешь. Блин, ты можешь прыгать в тачку? В свою? Да, в масочку. Мияги! О, тут место до потолка еще, ей-богу. Сиди, сиди. Паре-паре-ра-ре-дам. Мия! Что, едет или нет? Без здоровятина, огромная просто. Корова, кобыла, мразь. О, я знаю, какой вам трек включить. Ща. Мне нога не влазит, где педаль. Готовы? Погнали. Пошла композиция.
пошел. Подо мной М5, асфальт 8. У нее Биркин, сорта 8. Она закурит в ЛРС, сложно убить их. Подо мной М5, асфальт 8. У нее Биркин, сорта 8. Кукур. Уходит Фина, и это твоя Фина. Как и сейчас я. Здорово. Здорово. Как вы зарабатываете на жизнь? Инфоболван ты, придурок. Корабли лавировали, да не вырывали. О, какая мякоть. Просто мелодия. Заканчивается вайбинг. Ох. Всероссийское общество глухих? Куда пришли? Ну. А что надо сделать? Тут. Протезы тебе. Нормальная тачка у тебя, брат. Спасибо. Капец, она корабль, просто гей. Плывет? Плывет? Не то, что плывет. Корабли ходят, бро. И она идет. Я уже чувствую запах того, что мне нужно. Леня. По-моему, это там. Вот суета здесь. Проблем никаких нет. Нам три самых горячих штучки. Ну, пока холодные. Ну, пока холодные. А буквально 2 минуты она будет горячей и вкусной. Будете? Чебупели. Для чего? Это подарок. Пожалуйста. У нас просто одна пачка бесплатно была. Это чего? Эй, что ты сказал мне? Fuck you? Да. Не, это не тебе. Ладно. Все, ребят. Всем ББ. Выключай, я уже хочу слопать всю горячую штучку. Ставьте лайки. Пишите комментарии, подпишитесь на канал, ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.